Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня я продолжаю очередной таро-прогноз на неделю. И сейчас мы с вами будем смотреть с 15 июля по 21 июля. Также смотрим каждый знак зодиака, кого что ждет на неделе. Итак, Овен. Телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей. И рыбы. Ну что ж, давайте приступим. И первый знак, как всегда, мы с вами смотрим овны. Итак, у овнов выпал рыцарь жезлов. Сейчас сделаю, чтобы вам видно было. Ну, смотрите, у овнов достаточно такая будет очень энергичная неделя в первую очередь. Ну, давайте попробуем разобрать. Смотрите, у вас неделя обещает быть очень энергичной, очень такой в постоянном движении, постоянно какое-то действие. То есть вы будете к чему-то стремиться на неделе. Для вас неделя будет очень активной, причем у вас будут на неделе какие-то увлечения, какие-то новые идеи, к которым вы будете стремиться. Что-то вы будете начинать новое, куда-то вы можете поехать, причем поездка может быть совершенно не запланированной. Может быть, и будет и командировка, кто работает именно с командировками. То есть у вас больше неделя будет связана с вашими увлечениями, с вашими личными вопросами, с вашими личными делами. У вас будет энергия, у вас будут силы, у вас будут мысли что-то реализовывать, что-то делать, что-то продвигать именно на неделе. И причем вы на неделе будете получать от этого удовольствие. То есть у вас это не просто так будет идти, а это будет идти ваше желание, ваше стремление что-то поменять, что-то изменить. Поэтому здесь, овны, готовьтесь к тому, что будет у вас достаточно активная неделя. Так, теперь мы смотрим телец. У тельцов выпала пятерка пентаклей. Но я могу сказать так, что тельцы, к сожалению, на неделе столкнутся с финансовыми проблемами. Какие-то будут у вас трудности. Возможно, вы потратите больше, чем вы сами рассчитывали, чем положено. Из-за этого возникнут трудности. То есть, или потратите больше, чем... Ну, может быть, откладывали денежки и будете думать, где взять дополнительные финансы. Здесь на неделе, к сожалению, вот тельцам придется отказаться от каких-то удовольствий, от каких-то лучше все-таки покупок. То есть вам лучше, ну, немножко подтянуть пояса именно на неделе. Могут еще сложиться какие-то, знаете как, какое-то самосожаление о чем-то. То есть у вас на неделе будет такое состояние, вы будете о чем-то очень сильно сожалеть. То есть здесь в первую очередь карта показывает, продумайте любой свой шаг. Прежде чем что-то сделать на неделе, подумайте все, обдумайте. Потому что у вас может пойти достаточно сильное сожаление о том, что вы сделали. То есть вам надо анализировать каждый свой шаг, анализировать каждый свой поступок, чтобы потом именно не сожалеть об этом, чтобы здесь можно было все-таки сделать правильные выводы. И плюс еще у вас может быть потеря веры в себя. То есть здесь вам тоже нужно не теряйте веру в себя, потому что здесь только ваша вера и ваше стремление может изменить многое. Так, теперь мы с вами смотрим близнецы. У близнецов выпал старший аркан мир. Я могу сказать так, что близнецы на неделе подойдут, ну, скажем так, к своей
цели, наконец. То есть у вас идет такое вот состояние, что идет достижение цели, которой вы так долго шли. У вас на неделе будет именно триумф, то есть окончание, скажем так, какого-то определенного этапа в вашей жизни. И причем здесь, понимаете, идет и как личный какой-то рост, личные обстоятельства, личная жизнь, работа, либо еще какие-то интересы. То есть все у вас вот идет именно во благо вам. Причем вы на неделе можете именно перейти на новый совершенно уровень. То есть то, что вас раньше трогало, то, что вас раньше, может быть, раздражало, больше вас это беспокоить не будет абсолютно. Вы становитесь сильнее, мудрее, и вы уже новым взглядом пойдете, скажем так, в новый свой путь. Так, теперь мы смотрим раки. У раков тоже старший аркан, колесо фортуны выпало. А я могу сказать так, что здесь вот на неделе вам придется положиться на судьбу. Особо не планируйте что-то, понимаете, это будет бесполезно абсолютно, потому что вы на неделе будете жить, как повернет, так повернет. То есть у вас идет такое состояние. То есть здесь вам стоит, вот единственное, на что вот вам на неделе стоит обращать внимание, это на свое предчувствие, на какие-то приметы, на свою интуицию, чтобы вы могли именно, скажем так, благополучно для себя вылезти из какой-то ситуации. Вас неделя будет крутить страшно, причем может крутить во все стороны абсолютно. И здесь вы должны быть к этому готовы, вы должны быть, скажем так, четко видеть все моменты, которые у вас будут идти. И здесь, понимаете, все будет зависеть именно только от вашего выбора действий. То есть насколько, что вам нужно и насколько вы готовы принимать, скажем так, как и подарки судьбы, так и удары судьбы. Понимаете, это все зависит только от вас. То есть вам надо верить в себя, верить в свои силы и слушать свою интуицию на неделе. Так, теперь мы смотрим лев. Лев, вам выпала королева мечей. Ну, вообще, королева мечей – это женщина, которая стремится, скажем так, к независимости, да? То есть, несмотря ни на что, она идет к своей цели, четко добивается именно своей цели. Но если, то есть и здесь идет такая ситуация, что она не смотрит ни на кого. И вот здесь карта вам показывает, что вам на неделе, если вы хотите чего-то достичь, хотите чего-то добиться, вот вы можете этого добиться, вам надо просто идти к своей цели, несмотря ни на что, понимаете? Может быть, будет у вас помощь от женщины, от дамы, на которую, может быть, вы даже не смотрели, не обращали внимания. Но здесь именно у вас должно быть четкое ваше убеждение, только ваши принципы, только ваши именно... скажем так, обстоятельства. То есть вас должно волновать на неделе только это, потому что есть хороший шанс именно достичь определенных целей, достичь многого. И здесь еще, знаете, как вот единственное, от чего вам надо на неделе избавиться, это от стремления сделать, ну, скажем так, все наилучшим образом, понимаете? Потому что, вы, знаете, как вот, чтобы все было идеально. Вот если вы будете к этому стремиться, вы можете и не достичь многих своих целей на неделе. Имейте это в виду. Так, теперь мы смотрим Дева. Дева, у вас выпал старший аркан смерть. Конечно, карта немножко жутковатая, но смысл, в принципе, ее вот идет для вас идет позитивный. Она, во-первых, указывает, что вы будете вот в такой ситуации находиться на неделе, когда вам придется от чего-то отказаться, может быть, даже что-то дорогое от вас. Вам надо решиться на этот шаг. То есть вы осознаете, что этот шаг вам необходим на неделе. Что вам надо идти дальше, вам надо идти вперед. Возможно, что на неделе у вас, скажем так, будут вас вот на неделе будут сопровождать тяжелые эмоциональные состояния. Что-то вам будет даваться тяжело, но и в то же время это нужно для вас. Понимаете, вам нужно двигаться дальше, вам надо от чего-то отказаться. Может быть, от каких-то своих привычек, к которым вы привыкли, к каким-то своим обстоятельствам. И карта показывает, что настало время перемен.
и настало время двигаться дальше. То есть у вас начинается новый этап вашей жизни. Так, теперь мы смотрим весы. Весы, выпала тройка пентаклей. Ну, неделя для весов обещает, скажем так, быть наполненной деятельностью. Вы будете, весы, все в делах. У вас будут, знаете, как какие-то вдохновения, какие-то новые идеи, сделать что-то прекрасное, сделать что-то хорошее для других, для себя, для своей семьи, для своих знакомых. И причем вы от этого будете получать наслаждение. Вы можете, знаете, как не обязательно вот какой-то даже физический труд, а это может быть даже какой-то приятный подарок вы можете получить, либо вы кому-то сделать приятно. То есть вам захочется, скажем так, что-то вот реализовывать, ну, такое вот приятное. То есть вы не будете, скажем так, заморачиваться, думать о том, что мне предстоит сделать или что нужно сделать. Вам захочется немножко, скажем так, ну, немножко и расслабиться, или какие-то дела свалить на других. То есть такое тоже может быть. Но, в принципе, у вас неделя обещает быть спокойной, гармоничной и, в принципе, позитивной. То есть каких-то таких проблем либо неприятностей я у вас не вижу. Так, теперь мы смотрим скорпионы. У скорпионов выпал аркан звезда. Ну, смотрите, уже старших арканов у нас. Так, вам неделя, знаете как, в первую очередь, вот карта звезда, она показывает, что у человека есть определенные планы на будущее. Но эти планы, они, знаете как, далеко идущие. То есть у вас, вы на неделе что-то задумаете. Для себя, для семьи что-то вы задумаете. И у вас эти, то есть, знаете как, если вы раньше о чем-то не могли сосредоточиться на чем-то, да, то есть вы не могли что-то, ну скажем так, прояснить для себя. На неделе вы для себя все проясните. То есть у вас идет такое состояние, что у вас уже будет четко поставлена ясная цель, к которой вы будете стремиться. То есть у вас будут реализовываться, скажем так, ваши планы. То есть вы будете четко понимать, какой у вас следующий шаг. У вас появится уверенность, у вас появится надежда на то, что действительно вы можете свою ситуацию изменить к лучшему. И здесь, в принципе, вы от этого будете получать, ну, знаете, как вы успокоитесь. То есть если вас все это тревожило, если вас все это волновало, то вы, наконец, успокоитесь, что у вас есть четкая цель. Так, теперь стрелец. Стрелец. Ну, посмотрите, опять старший аркан колесница. У вас неделя будет активной. Причем достаточно активной. И ваша главная задача на неделе – это движение. Вы будете устремлены, скажем так, к какой-то цели на неделе. И вы будете делать шаг за шагом для достижения. Ваши действия будут напористы, либо вам надо делать, чтобы вы были напористы. Могут быть ваши шаги какие-то немного небрежные. То есть здесь вы должны контролировать ситуацию, потому что если вы, скажем так, пуститесь в разнос, вы можете сами все испортить, имейте это в виду. То есть у вас, вот знаете, на неделе будет он отмечать просто вперед, шаг за шагом. То есть у вас настолько будет идти активность движения вперед, что вы можете, ну скажем так, держите эмоции, слова под контролем, потому что где-то вы можете проронить слово, и вы можете свою ситуацию испортить. То есть здесь надо держать либо свои амбиции, либо свои эмоции, понимаете, вот держите под контролем, потому что вам надо вот действовать, ну, скажем так, в вашей ситуации более деликатно и аккуратно для того, чтобы действительно достичь то, к чему вы будете стремиться на неделе. Так, теперь мы смотрим Козерог. Козероги, вам выпала четверка мечей. Знаете, вот у вас карта показывает, что пора отдохнуть.
То есть вы устали, вам на неделе вот самое время просто отдохнуть, дать передышку именно себе. Причем здесь карта показывает, перестаньте все контролировать, потому что, возможно, вы и от этого устали. Вам надо просто расслабиться и позволить именно вот пустить все своим чередом. То есть никуда не спешить, не дергаться, потому что мимо вас все равно не пройдет, понимаете? А вы, скажем так, либо надорвались, либо можете надорваться. И на неделе позвольте себе, дайте себе время немножко отдохнуть. То есть здесь просто положитесь на свое внутреннее чувство, на свою интуицию. Просто отдохните. Неделя вам дает, вот именно дает такой шанс. Так, Водолей. Семерка мечей у Водолеев. Ну, немножко такая карта. Давайте посмотрим. То, что на что-то вы будете рассчитывать на неделе, вот, к сожалению, не рассчитывайте, понимаете? То есть здесь карта показывает, что вас ожидает обман, вас ожидает разочарование. И либо вы надеетесь на человека, либо вы надеетесь на какую-то ситуацию. Особо не надейтесь, потому что может идти такое разочарование. Кто-то может вас очень хорошо подставить. Это может быть и по работе, либо какие-то дела, связанные лично с вами, также могут вас подставить. То есть здесь идет с вами нечестность. Или, возможно, вы будете нечестны с кем-то. Такое тоже может быть. Поэтому здесь у вас могут, знаете, как карта показывает, остерегайтесь соблазнов. Потому что соблазны, да, могут. Вот у вас есть принципы, и вот на неделе вам как раз надо следовать своим принципам, потому что если ей будет соблазн как-то что-то обойти, вот ни в коем случае этого делать нельзя, понимаете? Вы себе можете сделать только хуже, потому что вы можете либо попасть в какую-то опасность, либо рядом с вами будут ваши враги, которые захотят вас, скажем так, охмурить, чтобы вы не видели их обманы. Имейте это в виду, будьте начеку. Так, ну и последний аркан у нас, не аркан, это знак, это рыбки. Ну, тройка мечей у рыбок выпала. Давайте сейчас подвину. Так, что ожидает рыбы? Конечно, тоже карта не очень хорошая, но какое-то разочарование у рыбок ждет на неделе. Какие-то обиды у вас будут присутствовать. То есть здесь идет, что эмоциональный какой-то спад у вас идет. И причем здесь, понимаете, не обязательно, что кто-то вас обидел, да, вот физически. А это еще может быть и связано с вашим подсознанием, вашим именно вот внутренним состоянием. То есть могут у вас быть, знаете, как вот вы думаете одно, а на неделе у вас откроются представления о жизни совершенно другие. И вам от этого будет больно, что может что-то для вас откроется такое. То есть здесь, знаете, как вам нужно будет на неделе надеяться только на себя. Потому что если вы понадеетесь на какого-то другого человека, вы в нем разочаруетесь. И вам от этого будет еще больнее, еще больно. То есть здесь карта говорит, что если вы не хотите разочарований, да, вот на неделе, если вы не хотите разочарований, надейтесь только на себя, надейтесь только на свои поступки, на свои мысли, на то, что вот есть реальность именно на неделе. Потому что если вы будете витать в облаках, если вы будете верить обещаниям, то у вас идет разочарование на неделе. Имейте это в виду. Доверьтесь только вот тому, что у вас будет идти. Вы должны понимать, что это временно, то есть это не только неделя, но это временно, оно пройдет, а след может остаться. Понимаете? Поэтому старайтесь держать под контролем, быть начеку. Вот такой вот у нас с вами получился расклад на неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока!